Чем могу помочь? Месте. Удачи! Всем постам! Огонь на поражение! Его ранили! Я его не вижу! Атакую! Я захожу. Кончай его! Умный в гору не пойдет. Я не знаю, что это.
Круто! Тебе конец. Ах ты, кусок навоза! Мне нужен Кен Панк. Ленивый демон сказал, что ты знаешь, где его искать. Кен Панк, говоришь? Знакомое имечко. А вот тебя я не знаю. Ах да, Кен Панк. Теперь припоминаю. Его карточные долги довели его до беды. Говорят, его собираются казнить. Если поспешишь к складу в пустыне, где нелегальное казино, можешь застать его еще в живых. Приятно иметь с тобой дело. Принимая во внимание, сколько здесь стоят патроны, пристрелить тебя вышло бы дороже. Внимательнее, Скорпион. Я буду рядом с тобой на протяжении всего пути. Нельзя допустить, чтобы Кен Панк погиб. Считай, что это премиальное. Если привратник опиумного притона был прав, Панка скоро выведут во двор, чтобы казнить. Для начала попробуй убить всех охранников, чтобы выманить гангстеров наружу. Это было здорово! Боже мой, не стреляй! Теперь их нужно немного подтолкнуть. Подними рацию и вымани их наружу. Слышал, стреляли. Казнь все-таки состоится. Была мелкая проблема, мы с ней разобрались.
Хорошо. Уже не терпится отправить этого червяка в могилу. Честно, я все вам верну. Об этом надо было думать до того, как ты все наши деньги промотал. Нет, правда, клянусь, я все сделаю. Пожалуйста, только не это. Сначала сними палача, а то остальные наверняка убьют панга. Дальше, мой старый друг, нам не по пути. Ты... Пожалуйста, мистер, помогите мне бежать. Ладно, поехали. Они меня точно убьют. Я тебя вижу. Пожалуйста, мистер, на помощь. Пожалуйста, давайте убираться отсюда. Спасибо тебе. Ты спас мне жизнь. Я здесь не ради тебя, червяк. Я ищу белого тигра. Ладно, как скажешь. Я отведу тебя к нему. Прыгай на мотоцикл. Не отставай! Белый тигр не любит ждать! Это засада! Черт, их еще больше! Нам крышка! О, серьезно? Вот он, ублюдок! Я его вижу! Перестроиться! Ого! А я думал, мы тут все помрем! А теперь вперед, к убежищу! Знаешь, белый тигр – американец. Но он хороший человек. Каждый раз, когда я все проигрывал, он мне помогал, а я за это предоставлял ему информацию. Я так благодарен! Надеюсь, ты хорошо с ним обойдешься при встрече. Хотелось бы, конечно, его не разочаровать. Знаете, за мою голову объявлено... Ты никуда не денешься, пока я не увижу белого тигра. Если их не убили солдаты, они эвакуировались. Возможно, тебе удастся найти какие-то следы. Я только что перехватил сообщение военных. Они нашли устройство хранения данных. Возможно, одно из тех, что оставил Белый Тигр. Надо бы тебе добраться до него, пока они сами не смогли его прочесть. Будем надеяться, на этот раз это что-то полезное. У нас замечен противник! Направляю все свободные отряды!
Вот он! Я его вижу! Он там! Контейнер. Стандартное снаряжение управления. Странно. Подключу-ка я его. Ола, амиго. Это добрый дядя Шелдон. Ну, ты наконец нашел контейнер. Ты сможешь добраться до нового укрытия при помощи навигационного устройства КПК. Я там бросил маяк, настроенный на твою частоту, дружок. Так что поторопись, и я расскажу тебе, что и как. Конец связи. Все просто вроде. Следовать за маяком, найти Шелдона. Вижу врага всей силы к бою! Вертолет. О, это такси за мной! Вот он! Ничего, если я это одолжу. Рад, что Шелдон. Ты заскочил. Черт, как невоспитанно с моей стороны. Кое-кто из моих парней чересчур увлекся линчеванием. Ладно, теперь мы с этим разобрались. Ты хоть представляешь, как близок я был к тому, что... Смотри, как он поджаривается, Рико. Какой аппетитный жирок капает. Именно в таком виде он и был мне нужен. С тобой то же самое вышло.
Ты к чему клонишь? Ленивый демон! Брось, Рико! Это же я был всю дорогу! Вел тебя как форель на крючке! Ленивый демон. Том Шелдон, боже! Ты ничего умнее придумать не мог? Дева Мария! Правительственные войска! Ничего, если это может пригодиться! Так, расклад следующий. У президента Паная что-то случилось. И он повернулся спиной к старому дядюшке Сэму и начал искать защиты в другом месте. Мне пришлось глубоко законспирироваться, а то бы кранты сразу. Естественно, бумага Марраки в штабе решили, что я дёру дал от вас. И послали за мной тебя. Давай, малыш! Вот тебе! Вот тебе! Здесь ожидается какой-то большой кипиш. В деле замешаны крупные игроки. И поверь мне на слово, не из местных. Я тебя вижу! Есть идеи, кто? А что нет? И это меня бесит. Мне обязательно нужно знать, кто играет. Друг мой, я знаю это чувство. Рико, давай за мной. Прикончим этих клоунов. Пандак, Панай! Он там! Приятно снова с тобой работать, братан. А теперь пошли. Эй, давай назад. Ходи, оторвыш! Все на землю!
Похоже, не я один тебя искал. Да, вот что еще. Малыш Панай за меня серьезно взялся. А прикрытие Белого Тигра было идеальным. Значит, кто-то шепнул им там, что я тут. Джейд Тан? Не, она из управления. Неужели не догадаться было? Я думал, я впечатлил ее как личность. Кто же тогда? Ну, я бы поставил на шведа. Он единственный, кто знал, что я работаю под маской Белого Карл Тигра. Карл Блейн. И он действительно пропал. Ни следа. Серьезно? Эй, дай-ка мне твой КПК. Вот черт, Рико. Он предложил тебе сбросить какие-то данные, да? И строил жучок. Да. Похоже, он кое-чего нахватался, пока работал с нами. Он а когда правительство его сцапало... Как только они отобрали у него бутылку. Так. Когда мы в следующий раз устроимся на пикник, никаких правительственных штурмовиков не будет. Рико, друг мой, мне нужно, чтобы ты продолжал работать в том же духе и устроил тут настоящий хаос. Твои дружки-гангстеры явно тесно знакомы с этими неизвестными игроками, так что и тебе придется с ними познакомиться. Скоро все здесь накроется медным тазом, и мы узнаем, кто за всем этим стоит. А я... Я тем временем рассчитаюсь по долгам с друзьями Белого Тигра. Их работа завершена. Надо бы мне и дальше заниматься грязной работой для группировок, если я хочу выяснить, кто их иностранные покровители. Почему такие крупные игроки прибыли сюда? Тебе нужно продолжать в том же духе, только с удвоенной энергией. Хаос — это ключ. Тряси дерево, пока все яблоки не упадут. И мы испечем себе милый панауанский пирожок, который подадим дяде Сэму. Клянусь, Рико, кажется, мы поймали крупную рыбу. Работа грязная, но кто-то же должен ее делать. Правительственные войска сообщили, что ими был выслежен и уничтожен отряд группировки «Белых тигров», который, по неофициальной информации, скрывался далеко в пустыне Лаутан-Лама. Президент Панай лично отметил их успехи и заявил, что хотел бы взять на себя честь снять скальп с главаря «Белых тигров», когда он будет пойман.
Королевское министерство процветания опровергло сообщение о нападении на группы туристов. Пропавшие на минувшей неделе члены правительства по-прежнему не найдены. И, вероятно, найдены так и не будут. Однако гражданам Панау волноваться не о чем. Слухи о беспорядках на улицах сильно преувеличены. Если бы я только мог защитить свою семью. Последняя речь президента была такой зловещей. Вы надоели эти слова. Вы должны, вы обязаны. Нет, вы обязаны, но должны. Да что же это такое? Хоть бы он сам себя послушал. Черт, не могу прицелиться. Я захожу. Смотри, он ранен.
Работа грязная, но кто-то же должен ее делать. Выходи, оторвусь!
Нужна помощь! Прошу поддержку с воздуха! Ничего, если я это одолжу. Нужна поддержка с воздуха! Немедленно! Запрос о помощи принят. Дайте ему уйти! Пошли, пошли! Добейте его! В атаку! На землю! Укрытие! Ах ты, кусок навоза! Я его вижу! Подкрепление на подходе! Обойти его! Ублюдо! Все на землю! Я тебя как шавку пристрелю!